Я уже устал. Всем привет. Всем привет. Мы собираемся в дорогу, сидим на дорожку. Уже устали. Сейчас посидим. Сколько? Минутку? Да уже пора мы ехать. Чуть-чуть еще посидим и поедем. Все, мы в машине, мы поехали. Мы собрались ехать, просто для справки, с Лесосибирска в Витязево. То есть в Анапу, в Краснодарский край. С Лесосибирска, это рядом с Красноярском, ну, для тех, кто не знает. Угу. И дорога наша займет по километражу, сколько, 5300 километров, по-моему, да? Угу. Ну, по разным навигаторам, чуть по-разному. Ну, короче, 5500 километров, мы планируем ехать 5 дней, 5 суток, ночевать где-то. Ну, посмотрим, сейчас мы едем до Новосибирска. Там забронировали уже жилье. Да, в Новосибирске остановимся. Ну, то есть мы не будем заезжать вглубь Новосибирска, там прям так, на трассе. Потом покажем, какая там гостиница, отель. А дальше будет видно, дальше еще ничего не планировали. Короче, поехали! Как-то нереально это все кажется, что на море. Наша машинка побывает на море. На море, в Сибири. Да мы побываем на море. Мы никогда не были в Краснодарском крае, мы были только в Крыму. Да, ну и на море, на машине никогда не были. У меня все, вот здесь желудки сжато. Нормально, я уже не волнуюсь. Да, все, за рулем не страшно. Ну, начали, поехали. Выехали мы, кстати, в 8:31. Это просто важно, у нас часовые пояса. Dodge Charger! Машинка? Да офигеть! Нифига, это же так, мы едем на Кии, и давай не ругайся на нашу машинку. Я не ругаюсь. Выехали мы в 8:30 с Лесосибирска, и посмотрим, сколько мы будем ехать до Новосибирска. Мы на первой заправке, мы заправляемся на Роснефти. Уже сейчас будем сворачивать на дорогу, где будет написано Новосибирск, да, на другой трамп. То есть мы в Красноярск не заезжаем. И получается, проехали бы 300 километров, да, ну около? Ну, около. 270. И осталось нам еще 3 раза по столько же. Чтобы до Новосибирска доехать. Я уже сонная. И 20 потому... раз, чтобы доехать до моря. О, да ну! Что, правда? 18. Кошмар. Так что ты можешь садиться назад. Не надо назад. Об этом. Я вообще плохо выспалась, потому что в 5 утра или там я с просони повернулась, Коля говорит, поехали. Я говорю, рано еще, посмотрела время 5:17. И он сразу засопел, заснул. А я все, я направо повернулась, налево, и не могу заснуть. И думаю, вот, как так можно? Достану свой обед. Какой обед? Ты есть хочешь? Ну, я перекушу по дороге. Может, в Ачинске? Может, в Ачинске. Ну, я, наверное, в Ачинске буду чай пить. А что у тебя там? Здесь, в Ачинске. Это у нас там самса с курицей. Мама моя стряпала, и мы взяли. И еще мне булочки. Но я без мяса ем, а Коля любит с мясом. В дорогу всегда берем. Мы едем, я тут сзади лежу. У меня тут подушечки, плед. Коля спереди ведет машину. Мы уже в Ачинске. Но мы не собираемся заезжать никуда. Нам, в принципе, ничего не надо. Мы хотели только на заправку на Роснефть, но она была закрыта, как назло. Мы в прошлый раз, год назад, ехали в Новосибирск, на нее не попали. Но мы ее просто проехали случайно. А сейчас специально заехали, но она закрыта. Поэтому вот едем по улице Пузановой, нет? Да. Куда-то? Вот или повернуть нам? Поверните налево. Так смешно звучит улица Пузановой. У нас таких улиц нет. И Коля говорит, что у нас даже дороги получше. Да, чем в Ачинске. Да, в Ачинске как-то. Ну, такое себе. Ну, может, есть хорошие участки, но мы вот едем по навигатору. Мы пока его не нашли. Нас навигатор ведет по этим дорогам. Говорит, посмотрите, как бывает. Да? Да. И лужи. Да, мы попали в дождь сильный. А сейчас уже вроде получше. Перекрыто? Но. А он нам не указал навигатор? Нет. Все, что же мы будем делать? Все, мы застряли в Ачинске, да? Но. Но сейчас будем разворачиваться, искать объезд. Все, мы разобрались. Вот речка знаменитая, по которой мы уже ездили. А тут одна машина только может по ней ехать? Две. Ну, в смысле, а ты можешь сзади него ехать? Да. Или будешь подождать? Ой, как трясет. Вообще. Здесь, кстати, купались, я помню, летом, да? Да, но сегодня, поскольку дождливо и а очень хотя сейчас же лето. Как будто это мост лежит в воде, такое ощущение. Так он и есть, лежит в воде. Что, он правда? Понтонный. Какой? Понтонный. Ну, плавающий. Да? Ну. Как интересно. Ну да, никто не загорает, как бы. Солнца нет. Ужасный. И вот этот участок, выезд. Вот этот участок дороги, про который я говорила, где прямо 325 километров, да? Да. Это дальше, чем от Лесосибирска до Красноярска. 325 километров прямо. Еще заправку надо найти. И двигаемся в Кемерово. Мы едем, и тут желтые поля, очень много желтых полей. И я на самом деле не знаю, что это такое. Ты предполагаешь? Тоже не знаешь. Слева там тоже желтые поля. И вон вдали, смотри, тоже поле какое.
это явно элементарное, да, какая-нибудь пшеница, рожа или что-то такое. Ну, нет, не пшеница, не рожа. Так... Почему? Какая-то трава просто. Почему? Ты что, это культура, какая трава? Кто тебе будет садить траву-то полями? Это какая-то культура, ее много здесь выращивают. А здесь у нас замок. Это точно замок, да? Ну, похоже. Он заброшенный какой-то или что? Да нет, вроде там кто-то стоит. Так, кто-то стоит? Это значит, он работает? Не, он так, ну, странно выглядит. И по поводу желтых полей я посмотрела, мне кажется, что это рапс. Ну, судя по интернету, он говорит, что это рапсовые поля. Вот так вот. А рапс это что? Культура, из которой делают биодизель. Что делают? Биодизель. Биодизель? Реально? Да. Да больше ничего из рапса не делают? Не знаю. Его едят, наверное, нет? Может быть. Ладно, будем сидеть в интернете и читать. Ты? Да, я буду тебя... Просвещать. Просвещать, да. Мы в Каштане, это между Ачинском и Кемерово, приехали на заправку. 35 литров потратили бензин всего. 35 литров с прошлой заправки? Нет, вообще, в общем. Проехали здесь... 600 километров, потратили 35 литров. А сколько у нас бензин, кстати, тут стоит? Так же, как у нас здесь? Да. Сколько здесь стоит? А я фиг его знаю. Ты не знаешь, сколько бензин стоит? Ты заправляешься? Да. Тебе неинтересно, да? Неважно. Заправка Техас, тут очень много фур. Здесь вообще очень много фур туалет на трассе. Туалет очень дорогой. Дорогой туалет сколько стоит? 30 рублей. 30? А у нас 15, да? Я могу писать вообще прям на кафель. Ну что ты за шуточки у тебя? Ой, я хотела вперед сесть, я же сзади сижу, лежу. Вот так темно, тут все тонированное, красивенько. И, кстати, ты обратил внимание, здесь очень пахнет чем-то сладким. Может, это вот этот рапс? Может или какие-то быть. Поля? Нам осталось ехать еще 550 километров. Да, где-то половина так. Того, что мы проехали. Вот он, теперь мы знаем, что это рапс и по левой стороне, и по правой стороне. А здесь он закончился. Ну, по левой видно. И вот там по правой опять пойдет. Так много и так красиво. А говорят, еще где-то лаванда, да, растет? Может, там ближе к морю будет тоже расти? Короче, у нас здесь с Ачинска до Кемерово растет рапс. Вот. Много рапса. Много рапса. Очень красиво. А дальше какая будет растительность, не знаю. Мы дальше Новосибирска никогда не ездили на машине. Посмотрим. Мотоциклист! О, мотоциклист. Он наслаждается рапсом. Может, это он так сладко пахнет? Хотя неизвестно. Так, осторожно. Да я вижу, что все красиво. Они у них GoPro на каске. Ага. Что-то снимают, тоже блогеры. Но на мотоцикле я бы не рискнула, конечно. До моря, да, ехать? До моря, да, точно бы не рискнула. Он же гораздо медленнее, чем машина едет, да? Ну, не то, что, ну, тоже там сыро, холод. Да и вообще слишком напряжно, концентрировано. Да это жесть. Не, ну они явно не на море, я думаю. Если на море, то они экстремалы. Они молодцы прям. Тут часто по этим трассам возят машины, а там разные, да? Тойота, Хонда. Тойота, Хонда, но, по-моему, это купленные. Куда? А, в смысле, их купили и везут? Да. Ой, как они близко. То есть они не новые. А, бэушные, что ли? А, они без номеров? Ну, видать, в Японии купили. А, с Японии везут к нам? Ну, да. В Кемерово? Или в Новосибирск, может быть? А может, вообще куда-нибудь в Москву, да? Ну, покупают. Ну, некоторые же покупают, но просто купить машину на аукционе в Японии и доставить. Так что вот, жалко не гоночная. А ты гоночная идешь? Ну, посмотреть на что-нибудь новенькое, красивенькое. Вот, смотри, Honda Spy. Ой, они там прям так лежат боком. Много машин. Да. Такие вот, типа, инспектора ГИБДД у нас стоят. Я издалека подумала, что это действительно машина. Вот на таких вот рассчитана, как ты. Ну, у меня зрение плохое, да. На самом деле, это просто картонка, да? Она плоская? Да. А выглядит как будто это, как будто нормальная машина. А, да, плоская. И сзади тоже такая, как будто машина, только задом. Мы уже в Кемерово. Уже у нас пасмурно. Переезжаем через реку Томь. И, а там где-то колесо обозрения вроде было, нет? Или это не в этом слева. Городе? Слева? А. Небольшое. Да, дали колесо обозрения небольшое. И что, заедем на Роснефть и уже там до Новосибирска.
Короче, Кемерово — это город 40 километров в час. Ну здесь везде нормально знаки едем. 40. Ну здесь-то хорошо едем. Ну здесь, да, единственное место. Ну, город вообще большой. Я не знала, что в Кемерово 500 000 населения, 500 с лишним тысяч. Оказывается, он действительно большой. Я думала, он чуть больше, чем наш, а он такой прям большой-большой. Mm-hmm. Интересный город. Много полос, тут трамваи, да, ездят? Да, все есть. Наверное, ничего интересненького мы не видим, никаких зданий интересных, потому что мы едем по окраине, а не по центру города. Ну, не сказать прям, что окраина. Ну, там до этого ехали в окраине, но сейчас, видимо, тоже свернули куда-то. ГРЭС. Поворот не туда. ГРЭС, не знаю, что такое. И сейчас опять подъедем в объезд и уже все на выезд. Мы на заправке, на Роснефти. Купили здесь кофе вот таких вот стаканах и чай. Я себе взяла чай, он остывает в машине. Коля ест самсу, которую моя мама постряпала с курицей. А я в машине ела булочки. Они такие большие, воздушные. Короче, мы не голодные, да? Уже скоро приедем через 300 километров. А мне залетела мошка в нос. Я, знаешь, как прям глубоко так, не очень. Но она уже, наверное, не вылетит, да? Думаешь, нет? Шансов нет? Как же мне ее вытащить? Идет там семью. Нет. А что, хата без ипотеки? Ты что, мошку на море вести? Ты как это вообще? Хата без ипотеки, все нормально. Как ее вытащить оттуда? Она прям там где-то, в глазах, между глазом и носом. Понятно? Ты где сам все съешь? Да. Уже охота размяться, потому что когда выходишь, вот так все плывет, как будто укачало. И меня, и Колю. Какие большие фуры тут ездят. Очень много фур. И очень много ремонтов дорог. Долго стояли в пробках. Это да. Немало. Подъезжаем к Новосибирску. Там Коля говорит, авария впереди. А, прям посреди дороги, да, стоит? Mm-hmm. Нифига, вот он положил забор. Ты думаешь, это и, он? Да, его это развернуло? Он, да, его развернуло? Вот что мы далеко от него оказались, да? Вообще капец. Нифига, он сколько летел? 200 км в час. А ты не видел его? Это он один, да? Но хотя бы никого не задел. На бэхе номера снял. Ага. А может, новая бэха? Даже на учет не поставлена еще. Ага. Без номеров. Ну, бывает такое, когда сильно быстро едешь. Вот поэтому я не люблю превышать скорость. Едешь 110 себе спокойно. И без штрафов. Ну и без штрафов. Не, ну один привезу, потому что не увидел знак 70. Ага. И проехал 100. Ну, это его, да. Да, а так все хорошо. Да? Уже немножко осталось совсем. Приехали в гостиницу, это вообще гостиница, Золотой Лев. Гостиница, отель, наверное. Тут такие коттеджи вокруг стоят, ну, окраина города. Посмотрим, как там внутри. Внутри тут все в гирляндах во дворе. Слева какие-то комнатки, видимо, хостелы. А мы будем жить вот здесь. Вот так это все выглядит. Красиво, он как будто замок, и внутри такой необычный. Мы уже заплатили. Живем на 4-м этаже. Внутри красивое крыльцо. О боже, убери ее от меня, я ее боюсь. Тут у нас львы. Мелочи такие приятные, все красивенько, гирлянда. Там тоже всякие супы красивые, но там ресепшн. Здесь скульптура, шкура дохлого животного, картина, диванчики. Здесь камин, кошечка. Ты куда ушел? Там похоже бассейн тоже крытый. Смотри, она пришла за тобой. Ну, убери ее, блин. Привет. Бери ее от меня. Привет. Они кусаются, она злая. Привет, мама. Наверху тут чучело животного. В общем, столько всяких мелочей. Мушкеты. Ну, это пистолет. Ага. Все так красиво до мелочей сделано. И аквариум с рыбками. Это сомики, да? Это и они нас рады видеть. Не то, что та собака черная. И здесь такая узенькая-узенькая лесенка до 4-го этажа. В коридорах, где номера, висят картины, такие красивые двери, лестницы, лестницы. Мы все поднимаемся. О, нифига себе, так там тоже вон такой, какая картина висит. Я и не заметила, когда шла. Вот наш этаж. Нам налево. Наш номер. Здесь темно, надо включить свет. Одноразовые тапочки. Крутяк. Здесь у нас, как заходим, справа вешалка, шкаф, кровать, диван с, что это, с креслами такими. Таблетки, потому что у меня уже желудок разболелся.
светильнички такие, ну, потолок. Ну, в общем, такое все в таком стиле каменном. Здесь, вот здесь телевизор есть. Да, ну, холодильник. Не работает, да? Угу. Здесь ванна, туалет, унитаз, душ, ведро сакии. Так. И зеркало, раковина, два полотенца. Вот здесь мыло, кстати. Прям в душевой кабине мыло. Нормальный номер. За полторушку само то. 1500 стоит? Да, 1500 стоит. Угу. За сутки, да, за ночь? Да. И слева кухня. И здесь дверь. И я забыла телефон в машине, поэтому Коля пошел за телефоном. Так что все, сейчас принесет телефон в душ и спать. Да. Один день мы проехали, мы молодцы, мы справились. Это уже, ну так, еще 5 раз так? 4 осталось. А, 4, ну да, кстати, 4 осталось. Ты меня обрадовал. 4-й раз там вообще мало, там остается 420 километров. Да, то есть, а еще 3 раза, они прям, ну, там еще дольше надо будет. Да, ехать. У нас завтра путь 1300, да? Или 1600? 1300 с чем-то. А, нет, 1600, нет, мы столько не проедем. Потом еще раз 1300, потом 1100, и потом остается 470. Ну, не будем загадывать. Надеюсь, что все будет хорошо. Все, Коля сидит, делает. А на улице такие крики. Мы с тобой с другой стороны, да, спим от парковки. Да. А там бассейн, прям слышно, как вот эти плюхи в воду. Да. Ну, как люди плюхают, там кричат. Там столько молодежи. И, ну, здесь вообще, ну, завидуешь, да? Большая гостиница. Нет, я не хочу в бассейн. А ты хочешь? Я устала. Мне нужны силы после бассейна, вообще сил нет. Итак, промежуточные итоги. За сегодня мы на бензин истратили 2500. За 1100 километров, да? Да. Я считаю, это нормально. У нас еще больше, чем полбака осталось. На выезде. Еще километров на 300, грубо говоря. Заправимся. На выезде дозаправимся. И 200 рублей мы потратили на чайков. Мы с тобой прям как тут сидим, как эти аристократы на диванах. Да. Так, все. На, кстати, как в средневековье. Слушай, мы в «Игре престолов». Да, как в средневековье. Я Коле говорю, если кто-то накосячит, может спать на диване. Ну вот, спи на диване. Я не косячу. Этот день пройден. Первый день. Да. Первый день нашего пути. Мы смогли, мы справились, мы молодцы. Да, Иван Купала, пойдем обливаться. Ну, ты слышишь, там купаются? А, Иван Купала же сегодня. Я думаю, что они там празднуют в бассейне? Ой, хоть бы они дали нам спать, да, хоть бы там не орали. Ну, конечно, будут орать. Надеюсь на хорошие окна, чтобы будет тихо. Ну, хотя бы, да, чтобы поспать маленько. А я включила телевизор. Коля сказал, что я гений. У него не получилось включить, а я там кнопочки нашла справа и включила. Коля был очень удивлен. Покажи, что ты удивлен, что ты. Не так. Не, он правда был удивлен. Ну, теперь у нас есть телевизор. Еще надо что-нибудь включить, с чем ты не справился? Да, не надо. Нет? Я совсем справился, я же молодец, да? Ну, да. День 2. Мы выезжаем с Новосибирска, с гостиницы. И у нас тут розетка на потолке. Я вчера с просони даже не заметила. Ну, такая сонная была. Интересно, она работает? И там вот у нас такой лес, покажи. Сосны, и внизу они какие-то голые. Я заметила, в Красноярске такие же. А у нас вот в Лесосибирске такого нет. У нас они все пушистые, да? А в Красноярске тоже бывают вот такие леса, где внизу голые. И там очень громко кричат птички. Прикольное, короче, местечко. Ну что, готовы к новому дню приключений? Ты такой активный, да? Да. Я спала всего 4 часа. Я выспался. Да? Да. Да там пружины врезались прям в ребра. Не знаю, мы... Еще пыль очень сильно здесь. Жирку все равно. Жирку? А, ну да. Тебе хорошо было, да, на пружинках? Да. Хорошо. Все, так. Мы все собрали и поехали. Поехали. Сейчас проверим масло, протрем зеркала, боковые стекла и вперед. Вперед. Это твоя. Угу. Ресепшн тут выглядит вот так. Всякие животные, головы, сова. Часы, опять сова, и соляные бани, голова оленя, в общем, все в животных. Интересный стиль. Зачем ты так, они сейчас придут, ты их зовешь. Здесь во дворе так красиво, такие ели стоят. Все такое, как в каком-то дворце в Крыму мы были, в Воронцовском, там тоже львы. Так что спасибо этому дому, пойдем к другому. Поедем к другому. Вот золотые львы сидят. Отъезжаем. Что ты сказал? Day number 2. Да. Поехали. Вперед.
Судя по навигатору, мы подъезжаем к реке, которая называется Обь. Мы ее ни разу не видели, хоть и были, подожди, в Новосибирске. Мы видели. А, ну мы с набережной видели, а вот по этому мосту мы не проезжаем. Это же как бы не город. Ага. Птички сидят на этих, на фонарях. Красиво. Там, кстати, песчаные пляжи. Все! Ох, все, приехали! Да. Море! Песок. Ну, кораблик плывет слева. Кораблик? Где? Маленький совсем? Да. А не видно из-за забора. Плохо видно. Ну, в общем, такой мост, речка. Круто. Совсем другой воздух, солнечный. Прекрасная погода. Да, не то, что вчера. Но посмотрим. Вон еще одна птичка. Ага. Они сидят прямо на столбах. Наблюдают. Они за место камер. За место гаишника. Да. А гаишники нас, кстати, вчера остановили, когда мы ехали куда? В Кемерово, по-моему, да, по пути? Да. Вот Сачинска в Кемерово. Ну, я сзади там сразу быстренько пристегнулась, я же там лежу. И, ну, он, Коля показал только права, он спросил, куда едем. Коля сказал, на море. Он сказал, о, здорово. Коля потянул остальное, и он сказал, нет, не, типа... не буду вас задерживать, езжайте дальше. Да, проезжайте. Ну, общем... Удачного отдыха нам пожелала, я ему счастливой службы. Да, нам повезло, хороший гаишник попался. Все хорошо. Еще очень много стояло. Их прям стоят вот буквально через час, через каждый час. Прям не просто лежачие, да, полицейские, не просто камеры, а прям реально гаишники на машинах. Но нас остановили только один раз. Потому что мы примерные. Да. Тут перед нами едут две машины. Коля сказал, что это радары какие-то военные, да? Станция радиолокационная написана. Вот так вот выглядит. Ну, закрыто, конечно. А, так это машина прям такая большая. Это точно военная, да? И там вот спереди, а их несколько? Две, да. Две таких. Я их на заправке. Радиолокационных машин. Видимо, с Новосибирска, да, едут? А мы едем, и у нас тут уже давным-давно озеро по правой и по левой стороне. Ну, болото. Там, ну, да, наверное, болото. Ну, я не знаю, как оно называется. Омск 500. Многие рыбачат, да, до Омска осталось 500. И мы едем по прямой 466 километров. 466 по прямой, представляешь? Это вам не 325. Осталось 425. Это все по прямой. Ну, ничего, погода хорошая, поэтому едем. Мы остановились тут в закусочную. Ну, закусочная называется. Посмотрим, что там продают. На заправке заодно заправимся. А то Роснефти закончились, поэтому мы заправляемся обычно. Коля там по телефону разговаривает, а здесь так громко кричат вороны где-то наверху. И внизу лежат перья. Такие большие, длинные перья. Так охота взять, но... Не хочется потом руки мыть. Столько перьев вообще везде, везде, везде. Тут, наверное, их просто можно пособирать. Насобирать и будет веер. Капец, какие они длинные. Это что за гигантские вороны? Может, они вороны вообще? Ты что? Ты видел такое? Ты где это украла? Тут их дофига просто лежит. Ты слышишь, как они кричат? Да, вороны. Ну, судя по всему, это вороны. Ну, смотри, какие перья. Они огромные, да? Да? Хочешь потрогать? А, ну ты руки помыл. Ну ладно, не трогай тогда. Смотри, так тут вообще, они везде. Ну надо тогда выбросить, да, что я? Или что, домой везем? Да нет, ну что я буду с перьями вороны, как дура? Просто у нас вороны в городе перья не теряют. Мы в закусочной маленькой, небольшой. Коля взял себе солянку. У меня суп с курицей и лапшой. А, сосиска, винегрет, приборы, черный чай и кофе, как оно, американо. Все? Что, не солено? Не солено, не перчено. У ворон там, похоже, серьезные разборки. Здесь такой пейзаж, такие равнины, ну везде равнины, хвойных лесов практически нет. И, ну, на мой вкус, как Хакасия, вот как что-то между Хакасией и Красноярском. Такие же равнины, деревья, берез много, кустики всякие. Так свободно, свободно, просторно, просторно. Коля вон машину заправляет. Проехали-то всего лишь ничего, 300 километров, наверное, 12-30 время, или 200 километров мы проехали. Такое ощущение, что мы где-то в пустыне, вообще никого нет. Только одна наша машина, вся заправка пустая. И самое интересное то, что скоро уже должно смениться время. То есть разница же... 2 часа, да, разница? Или 1? 2 часа. У нас сейчас 12:32, скоро будет 10:32. Интересно.
То есть мы будем ехать 17 часов, мы должны ехать, это 1300 с чем-то километров. А так получится, что мы будем ехать 15, ну на 2 часа меньше. Чё? Я такие заправки жду, только с бати, наверное, когда мне лет 5. Ну, мы как будто где-то вообще, ну, непонятно где, да? Так интересно все. Главное, чтобы бензин был хороший. Короче, я еду 120, меня догоняет сзади фура до сих пор. Я его обогнал, но думаю, будет ехать фура как фура, 90. А он как начал нам сзади я прям... Я от него 150 уезжаю, и от него уехать не могу. А мы не вот хотели он... так быстро ехать, но нас вынуждают. Он, кстати, красивенький. Его там видно? Вот он, ага. Скания, да, или что там? Ивека. А, Ивека. Вот я еду сейчас 120, и он прям поджимает, типа, ты что прешь еле-еле? Это вот, можно с тобой играет. Ну, в чё, в кошки-мышки? Ему, наверное, скучно. Скажет, все, погнал меня, теперь я тебя. Нам пришел штраф, мне пришел. А, да-да-да. Притом не оттуда, откуда я ожидал, а на подъезде к Новосибирску где-то я поймался. Да, задом нас фотографировали. Да, сзади. В попу стрельнули. Так что... Ну, сейчас... 250 рублей. Да. Это как бы мелочи, но лучше не попадаться. Да. Ты можешь, пусть он тебя обгонит уже? Не, я отрываюсь от него нормально. А, ну ладно. Давайте. Вот. В общем, нам очень весело. Мы тут да, гоняемся. Да. Солнце светит так активненько, весело. И пейзаж, ой, небо прям очень красивое. Такое ощущение, как будто только небо и свобода, равнина. Пейзаж не меняется. Вот такой вот он везде. У нас хвойные леса здесь. Вот такие. Березы и в основном просто луга и кустики. И что-то посажено, непонятно что. Что-то зелененькое. И рапс встречался раза два, да? И да. Так что, ну вот, ничего не меняется. Все стабильно. Мы проезжаем реку Иртыш. Она находится в Омске. Омск, оказывается, большой город, да? Сколько мы там посмотрели, ты помнишь? Миллион с копейками. Миллион? Это мы в Омск? Мы уже столько городов. Вон он, вон она река. Что ты меня снимаешь? Ну там же речка. Тоже слева есть река. Тут нам не видно, а тут видно. Ну там же из-за забора ничего не видно. Да, заборы высокие заборы, построили. Да. Много частного сектора, да, но из-за забора тоже не видно. Короче, вот, могу только снимать дорогу и показывать. Спасибо. Говорят, в Омске заправки топ-лайн хорошие, поэтому мы приехали именно сюда. Еле как заправились, Коля забыл вставить пистолет, вернулся обратно, улетел чек по ветру. В общем, было как бы очень весело. О, смотри, новая кейсика. Ой, что громко! Пойдем посмотрим, что там есть. У нас здесь вот салон Kia, ну не у нас, в Омске. Там еще салон Nissan, по-моему, и у твоих родителей это было, как называется? Renault, да? Да, да, и Renault. Там вон домики, то есть как бы окраина города, но все-таки уже видно, что тут кто-то живет. А что тебе вот из салона? Что, не хочешь, что ли? Ну не знаю, ну Kia мы же точно не хотим. Просто посмотреть. Вот, новенько. Ну. Kia Sportage. О, видишь, Kia, значит, Kia. А, это вот они все стоят. Ну вот и посмотрели. Kia Soul. Вот седан. Flex. Я даже вот не слышала такой. Вот такую хочу. Да, она почти такая же, как наша. Да, это да, вообще такая же. Чем она отличается? Посмотри, что она. Че она? Ну... Чем? Сейчас скажет, кто не хочет, то кто-то, да? Не, ну это красиво, я от нашей не откажусь. Вот это тебе нравится? Ну они же суть-то одна и та же. Ну только чуть-чуть побольше там. Вот справа тоже, но это не седан. Это новое, по-моему, спорт. Это этот... Это их не седан же? Седан? А, ну да, тоже седан, только покороче. Рио новое. Ну это наша. Такая же, как наша. Ну чуть-чуть там. Где-то что-то с серебристыми вкладками, а так одно и то же. Ой, как холодно! Ветер. Что, в другие салоны пойдем? Или поедем? Нам еще поехать? Сколько? 700 километров? 900. Всякие разные машинки на любой вкус и цвет. Ну, здесь белые только. Белый самый козырный цвет. Здесь темные. И Коля что-то там куда-то пошел. Ну, это вообще, это же типа универсала какая-то длинная, некрасивая. Ага. Ты чё, посмотри, какой у неё зад некрасивый. Согласен. Вот-вот, совсем не то. Вот заправка топ-лайн. Сейчас сядем и поедем уже на... В общем, мы выйдем из Омска и будем объезжать Казахстан. Потому что через Казахстан предлагаю вообще... Предлагаю захватить у него вот этот кусочек и ездить прямо. Ты очень злой человек. Ну, правда, можно было бы... Я очень хороший политик, да? Но нам придется ехать в объезд в Курган. Надеюсь, мы доедем.
Навигатор показывает, что мы приедем в час ночи. Но мы надеемся, что он ошибается. Кстати, уже меньше на час стало. Приедем в Курган, будет еще меньше на час. Но это самый длинный день. Мы должны проехать 1300 с чем-то. 1340 километров. Да. Мы должны это сделать. Коля берет кофе постоянно на заправках. Я беру чай какой-то брусничный с медом. Я хотел Red Bull взять, но он стоит космических денег. Так, что ты жадничаешь? Ну, чуть-чуть. Не жадничай. Мне еще 250 рублей штраф платить, вообще-то дорогая. Так как у нас вон там везде ремонт и дорог, это мы выехали. Мы выехали с Омска же? Да. Вроде как. То как трясет. Яндекс.Навигатор предложил нам поехать немножко по-другому. Да, тут многие едут в объезд, но тут такая дорога. Потому что там вообще все колом стоит. Угу. Поэтому, в общем, объезжаем ремонты дорог. Ремонтов дорог много, и они длинные. А, вот там сейчас уже асфальт, нормально поедем. Да нет, похоже, тут не ожидается асфальта. Налево не асфальт разве? Нет. Уже вечер, мы в придорожном кафе. Тут телевизор везде очень громко работает. В каждом кафе работает. Коля взял себе селедку под шубой. Борщ, отбивная с гречкой, компот и чай. Ну, мы так берем все на двоих, чтобы и того попробовать. Это мы были вот в таком кафе «Вояж». Ехать еще так долго, да, уже вечер и уже вообще сил нет. Ну, уже как бы, тут вроде бы как бы немного времени, 19:30. Но мы-то... Но по нашему-то времени это 21:30, это уже полдесятого. Да. И как бы уже усталость есть такая, наверное, завтра подольше поспим, да? Посмотрим. Ну, что загадывать-то? Я просыпаюсь в 5 утра, как бы не загадывала. У нас, кстати, машина очень грязная. Yeah. Фур очень много вечером. Пригоним, помоем, поменяем масло. Нормально. Давай разминаться. Не, поехали. У нас уже закат. Солнце закатывается. Уже почти село. Стало прохладненько. Луна. О, точно. Справа солнце, сверху луна. Впереди, точнее, луна, и мы. Уставшие. Да. Мы с 8 утра и уже. Ну вот по нашему времени 11 часов уже. Да, и все, я даже не верю, что мы целый день за рулем. Фу. Осталось 268 километров. Да. Я, наверное, фуры буду даже во сне обгонять сегодня. 3 часа езды где-то осталось, ну это если повезет. Фуры постоянные. Ну сейчас их уже к вечеру меньше. Утром мало, да, и вечером мало, да. А днем много. Вот такие пейзажи, опять равнина. Ничего нового. У нас все темнеет, все стекло в мошках. И помыть негде, и долго заезжать на мойку. Там видны какие-то огоньки. Мы думали, это мост, но это, наверное, просто фонари, да? Да. Скорее всего, в деревню какую-то въезжаем. А, да. Чего птиц сколько, смотри, прилетает. Ага, стая летит. Красота. Их так много, на проводах прям сидят. Вороны, что ли? Не знаю. Тут вообще очень много ворон, видимо. Слушай, прям подсвеченный участок. Да. Казаркино. Какое-то Казаркино. Вон фуры спят. Автобус. Фуры спят. А мы нет, мы едем. Нам немножко осталось, 160 километров. Ну, совсем чуть-чуть. 2 часа 6 минут в пути. Ой-ой-ой. Но мы справимся. Да? У нас нет выбора. Нет выбора, правильно. Значит, надо ехать. Мы среди ночи едем. Я в Колиных очках. Коля, мы... Ой, зачем ты это сделала? А я в ее очках. Да. Потому что надо было это, сменить линзы. Да. Потому что уже в голове все плывет. По 2 шагов прямо сделать не можем. Я пыталась на заправке пройти ровно по камешкам этим. Ну, по брусчатке, как она называется. И вообще не у меня получилось. Мы реально как будто пьяные. Коля говорит, ну, мы проехали, сколько, 17 час уже, говорит, и я нормальная. Я как-то тебе сказал такую чушь. Да, у меня вообще не было глаза. Мы разговариваем о математике и о степенях. О цифрах. Степени N. Вот. Но пытаемся просто не спать. Ну, капец, километры, они вообще не уменьшаются. Да? У меня твои очки спадают постоянно. А у меня твои нормально сидят. Главное не спать. Можешь реально со светом ехать? Нет, немножко. 31 километр. Блин, было 35 полчаса назад. Они... Почему только 4 километра? Очень медленно уменьшаются, да. Километр... Ой, 1300 с лишним километров. 1380 за сегодня проехали. 1380 километров – это сильно, too much.
Да. Это очень много. Так не надо делать. Ну, наверное, возьмем на заметку то, что так много. Это небезопасно. Да. Просто уже вообще, я вижу, как у тебя глаза закрываются. Надо по 1100 брать самое то. Ну, желательно. На улице темнота. Когда там этот курган? Курган-то где? Мы уже его зовем, он никак не приходит. Вообще капец. Мы даже не знаем, куда едем. Какой там отель, как он выглядит. Короче, вообще, все мы так. Мы просто забронировали в Омске. Угу. Куда-то там позвонили, да, ближайшие. Все. Посмотрим. 2000, пофигу, 2000, давай поехали. Уже искать нету времени, и хоть бы впустили. Да, я тоже думаю, прикинь, не пустят. Мы будем ночевать на коврике тогда. Да, в тачке постелим себе. Ну, да. Одеяло есть, две подушки. Хорошо. Ой, все, надо ехать. Заехали в курган, тут такие интересные, как это называется, светящиеся столбы, да, в виде флага, а флаг в виде этих самолетиков белого, синего, красного. Интересно так. Ярко, в общем. Все, ну, уже так, ага, повеселее стало. Здесь в кургане много Роснефти. Ну, стекло у нас, конечно, очень грязно. Но на самом деле все очень красиво, ярко, и нас взбодрило прям немножко. Да. Чуть-чуть совсем. Конечно. Поверните направо. Прям во двор, да? Да. Гостиница. Где вход? Вот это вот дверка. Да. Вы приехали. Ура! Ура! Как долго ждал я этих слов. Да. Луна такая вон там вдали красивая. Счастье. Чё? Чё такое? Счастье. Чё ты сказал? Счастье. Ага. Ну как? Классный номер за полторушку, гораздо лучше, чем тот. А, наконец-то мы доехали. Нам, да, дали номер еще дешевле. Он стоит 2 за ночь, но за 12 часов 1,5. Здесь у нас входная дверь, кровать, тумбочка, подушки. Подушки вот где-то вот здесь. Вот они. Подушки, холодильник, одеяло. Ой, телевизор белой рамки, интересно. Смотри, ванная какая. Очень большой номер. Охренеть. Какая? О, вообще прям шикарно. Огромная кабинка. Вообще шикарно. Фен есть. И это за 2, да? А интересно, что было в том за 2500? Наверное, там люкс просто. О, бокалы для виски. Так. Нет, хорошо, да? Нам выспаться. У нас есть вода. Может, окно откроем? Да, да, давай, давай проветрим и ложимся спать. А что такое? Телефон? Ну, типа можно. Алло. Угу, алло. Можно виски. Все, успокойся. Тут 2 окна, наверное, днем тут светло. О, тут сетки есть. Отлично. В том, наверное, не было. Да, не залетят. Слушай, ты наденешь одеяло, пододеяльник, подушки? Не одета? Ну, как видишь. Нет, вот. Давай я за рулем, а ты, ага, остальное все до тебя. Я, а ты сейчас не за рулем. Ну, вот я... Ну, ладно, я пока буду смываться. Мыться, умываться ты сейчас делаешь. Спасибо, любимый. Давай, доброй ночи. День 3. Мы держимся. Я еще держусь. Иринка уже поплыла. Меня укачивает, тошнит и голова кружится. Ладно, обезболивающие можно выпить от боли в костях, потому что все кости ломят до кончиков пальцев. Но что делать с укачиванием, я не знаю. В общем, мы боремся, мы едем. Я с таким не сталкивалась, чтобы так тошнило и так голова кружилась. Не готова она была к такому. Ну, я тоже. В смысле, тоже, я не знала, что меня укачивает. Да, ну да. Как бы нормальный человек, он в течение жизни этого не знает. Он же не проезжает 5500 километров. Ну, просто в обычной жизни, но... Вот это приключение. Смотри, что тут есть. Автомат с водой. Мы... Где мы? Мы в кургане. Мы в кургане идем. Ты вчера, кстати, когда заснула, ага, перед тем, как заснуть. Засыпала, я думала, где мы? Где мы? Ну, заблудилась. Да уже города эти меняются вообще. Сегодня у нас цель Самара. 1150 километров. Такое. Мы победим. Вперед. Главное, чтобы у тебя был настрой, а я там, не знаю. А ты выживешь. Тебе надо привезти меня живую, главное. А где тут аптека? Тут такой прикольный туннельчик. Это в кургане же мы все еще. У меня опять голова кругом. Всего для одной машинки. Вообще внизу проезжаешь. Капец. Это очень странно. Ага. Я по такому в жизни не ездил. И пропускают, да, тебя? Да. То встречка, то такая идет. Поверните направо. Однополосная. Вообще интересно. Краснодар. Мы туда едем. Машина с краснодарскими прямо номерами. Прямо 1 километр 500 метров. С регионом. Да. Мы едем к Челябинску, подъезжаем, и тут сбоку вот какие-то поля. Коли говорит фиолетовые, мне кажется, они просто белые, какого-то молочного цвета.
проехали Челябинск, Миасс, и вот здесь по бокам какие-то скальные породы лежат камни частенько. Ну и очень много ремонтов дорог. Куда же без них? Да, очень много времени. Мы заехали в Subway. Я первый раз в жизни покушал в Subway. Это круто. Там вкусно. Ну, мало кто знает, что это такое. Не, мне кажется, с крупных городов все знают, что такое Subway. Ну, не знаю. Вот. Это мы не знаем. У нас нету ни KFC, ни Какие маков, ничего. Какие у нас ничего. Бока, дороги? Ну, прикольный скальник. Ага. Угу. Красивенько. То ли накопали, то ли навезли, непонятно. Ну, накопали все-таки. Здесь, видишь, леса уже совсем сменился пейзаж. Так ты смотри, какие они тоненькие сосенки. Угу. Нашу сосну обнять невозможно. Угу. Оттуда они прям миленькие-миленькие все деревья, да? Да. Но здесь мало сосны. В основном кустики. Природа березы. Вообще разительно меняется. Угу. Отличается от нашей. Да. А на море будут пальмы, представляешь? Да? Ну, я не знаю, я надеюсь, хочу пальму увидеть. Я какой-то листочек сорвал, и Иринке говорю, подорожчик, она говорит, какой-то плющ сорвал. Он мягкий такой, пушистый, он с обратной стороны. У нас тоже такие растут. Да. Ну, я удивлена, что не знаю, что такое подорожник. Он я же гладкий. Знаю, что такое подорожник. А? Я знаю, что такое подорожник. А что тогда не узнал? Ну, не знаю. Почему? Если бы ты знал, что такое подорожник, ты бы это не сорвал. Ну, я тебя научу. Хорошо. Покажу тебе, что такое подорожник. Хорошо. Вот, в пробке мы постояли очень долго. Мы уже поехали, наконец-то. Вот слева сколько машин стоит. И мы едем прям куда-то с горы вниз. Вообще красота какая. Да. И смотри, сколько там еще там машин. Горы. Вон докуда, ага. До конца, аж до той горы. Это очень длинный ремонт дорог. Да. Поэтому очень долго стоять. И, судя по всему, ожидается еще очень много ремонтов. Поэтому вроде километров немного, а время... До Самары еще у нас 11 с лишним часов, 12 часов езды. А уже 2 часа дня. Вот там вот прям горы-горы уже начались вдали. Да, красота. Вообще классно. Это же уральские горы у нас получается. А, может быть, да, мы же на Урале. Очень красиво. Помимо ремонтов дорог, еще и авария тоже замедляет нас. А, вот, кстати, отключился просто. Вот эта вот фура просто... Ну, она просто чуть-чуть на боку, она же не совсем лежит. Так, все нормально, никого не задело. Да, это главное. Остановились на трассе. Смотровую площадку посмотрим. Может быть интересно. Но виды красивые. Наверное, меня вообще не слышно. Перейдем сюда. Как-нибудь. Перешли мы дорогу. Здесь какие-то такие странные старые металлолом. Вон там мы поставили машину, там такая гора. И, кстати, несколько. Они такие кругленькие и высокие. Здесь стоят люди, тоже смотрят. И вот с этой стороны такой обрыв и домики. Это вообще что? Это деревня, да, какая-то? Фиг его знает. Мы даже не посмотрели, что это. А, это сим, по-моему, нет? Не сим? Какие-то синенькие цветочки и вдали горы, домики. На самом деле очень красиво. И запах совсем другой, да? Не то, что у нас. Вообще. У нас дерево, а здесь какой-то сладкий. Может, это синие цветочки дают такой запах? Может быть. Ну, тут классно, красиво. И там тоже красиво. Только я не знаю, где мы находимся, в каком месте. Мы проехали Башкортостан, а сейчас не знаю, здесь мы или нет. Урал проехали, Башкортостан, что-то там еще. Постояли здесь, подышали горным воздухом, особенно там сзади, такие красивые виды. И наша машинка между двух фур, такая маленькая вообще. Малютка, да? Что ты делаешь? Я хочу пойти фотки отправить. Какие? А, ты просто... Так ты бы себя хоть сфотал. Ну, в смысле, себя бы отправил. Ну, может, а вон там еще одна маленькая машинка появилась. Итак, мы уже в этой пробке стоим. Да. Полтора, наверное. Практически не двигаемся, что туда, что туда. Когда-нибудь мы доедем до Уфы или нет. Но это жесть. Вон там вот лезут, пытаются объехать. Ой. Когда-нибудь обязательно доберемся. Кстати, вот в Валбересе тоже тут ездят очень часто, очень много. Фу. Кто уже не может ждать, объезжает по встречке. И вот мужик молодец, перекрыл им дорогу, чтобы они не ехали. Прям красавчик. Мы наконец-то выехали из этой пробки, надеюсь, что ее больше не будет. И вон там такая куча машин. И в основном фуры. Вот так вот примерно мы и ездим, да? Ну, они вообще одни фуры. А нет, вон есть легковушки.
пришлось немножко перекрыть встречку, потому что все полезли через встречку. Ну, много наглых людей. Да, и мне пришлось перекрыть, и мне даже помогли. Вот водитель Митсубиси мне помог. Вот сзади, еще сколько встреч. Впереди дорожные работы в левом и правом ряду. То есть легковых не так много машин, в принципе, встречается. Очень много именно фур. Их нужно обгонять, и они очень затрудняют движение, замедляют наш путь. Ну и работы дорожные, конечно. Очень много дорожных работ. Слушай, мы сегодня до Самары не доедем. Да, до Самары это не доедем. Это нереально. У нас уже почти 11 часов. Мы, конечно же, до Самары не доехали из-за ремонтов дорог. И решили заехать в городок, который называется Октябрьский. Ой, это у него такая стела, да, типа, при въезде. Вообще, как прикольные виды эти вещи. Виды холмы. Красивые, да, холмы. Так темно и видно город вдалеке. Нашли какую-то гостиницу на окраине города, ехали через кладбище, но там нас никто не потревожил, там вообще людей не было. Как люди так живут прям? Через дорогу кладбище. Прям на кладбище. Короче, приехали, но гостиница вроде большая, Октябрьская. Посмотрим, как там. Полулюкс, говорят, 1700. Посмотрим. Пошли отдыхать, завтра надо будет опять поездить маленько. И здесь тоже в коридорах картины. У нас номер все новое. 3-2, 222. Ну, куда снять? Я даже не знаю, что там. Я тоже. Посмотрим. Главное, чтобы была кровать. Ого, нифига себе. Зеркало, холодильник. Дальше. Сама комната как-то темновато, да, тут? Так. Ну, можно вот еще. Столик, светильничек. Кто, я? Темновато комната. Не, ну странно. Ну просто ночь. Мы опять приехали 11:30. Главное, что кровать есть. Шторы надо будет закрыть. Кондиционер что есть, но он не нужен. Телек есть, но он не нужен. Чайник есть, но он не нужен. Да, диванчик есть маленький, но он не нужен. Да? Главное, чтобы было чистенько. Кафе здесь есть. И ванная комната достаточно большая. Душевая кабина, раковина. Молоденец нет. Так на кровати лежат, по-моему. Да? Да. Ну, посмотри. В общем-то, все хорошо. Три полотенца. Угу. Хорошо. Два больших, одно для ног. В шкафу у нас одеяло, вешалки. Еще одеяло, что ли, или покрывало. Так что, сегодня мы не так сильно устали. Как-то то ли мне таблетка от укачивания помогла, то ли... Наверное, мы просто много стояли в пробках, да? Да, и много ходили. И как мы бы сегодня отдыхали. Хотели проехать 1100 с копейками километров, проехали 800. Мы даже 1000 не проехали. Да, мы даже 1000 сегодня не проехали. Ну, очень много пробках. Стояли в пробках, да. Так что, ладно, надо выспаться. Хотя спать вообще неохота. Ну да, как Но спать? Надо. Как спать? Вообще да ты вяжешь сразу, захрапишь, чего тебе не знаю. Что... Я очень сильно хочу. Вот что я хочу. Давай пить. Есть стаканы для воды. Угу. Можно пить. Там тоже были? Я вот что хочу. Это твой? Да, мы взяли себе йогурты на ужин, а на утро взяли бананы. Да? Что-то меня качает. Меня тоже качает, да. Так что извините за качающуюся съемку. Сегодня 4-й день нашего путешествия. Мы собираемся и встаем, как обычно, в 5 утра. То есть мы спали опять 4 часа ночью. Я 5:30. Ну, ты раньше заснул. И какой бы ни был отель, все равно мы спим очень мало. Потому что, ну почему нельзя сделать ролл шторы? Оно светит. Да, мы привыкли, что у нас блэкаут, а здесь вот так вот светло. Короче, вот такой вот красивенький, хороший номер. Очень удобный. Очень рекомендуем, классная гостиница. И хороший матрас. Это единственный, где мне не впивались в ребра пружины. В первых двух там очень сильно пружины впивались. Как это? Гостиница Октябрьская, в Октябрьском. В Октябрьском гостинице Октябрьская, да. Может, надо посидеть на дорожке, нет? Спасибо этому дому, пойдем к другому. Время 7:07, мы выехали, начали с заправки, конечно, Башнефть. Ну, видимо, Башкортостан, нефтепродукт. Никогда не думала, что побываю в Башкортостане. Заправка через что у тебя, Яндекс заправки? Ну да. То есть не надо никуда ходить и платить. Само снимается. Там вот видны многоэтажки вдали. Вообще город большой, такие автострады, виадуки.
И вон там горы, конечно же. Пока выезжаем из Октябрьского, я посмотрела, уточнила информацию. Здесь население 111-114 тысяч, где-то вот так вот. Офигеть, он больше в два раза, чем наш город. Ну так он большой, тут четырехполоски. Огромный прям перекрестки. У нас такого в городе нету, да. Да. И горы тоже. У нас тоже такого в городе нет. Короче, да, даже большой Бургер город. Бургер Кинг есть. Бургер Кинг, Додо Пицца, да, тут все есть. Мы едем, что-то запутались во времени. Должно было перевестись на час назад в Самарской области. Но мы еще только Татарстан проезжаем. А перевелось на 2 часа назад. Вообще непонятно. В Башкортостане там 7 утра, в Самаре 6. А у нас вообще теперь 5 на часах. В общем, ничего не понятно. Тут проезжаем всякие вышки. Здесь нефть качают. Мы такого ни разу не видели. Но очень красиво, необычно. А я вчера купила себе от укачивания таблетки Драмина. И вот пью. Вчера выпила, вроде нормально до вечера себя чувствовала. И вот сейчас опять решила выпить. С утра на всякий случай. Область Оренбургская. Езжаем в Оренбургскую область. А почему Оренбургская? Ну мы там чуть-чуть задеваем, прям краешками. А так вообще мы едем в Самарскую, получается, область. Время меняется, ничего не понятно, да? Ну, где-нибудь остановимся, спросим, а сколько сейчас время? Ага. Так, какая разница, сколько времени нам ехать, доехать? Душек не видно там впереди? Нет. Ну, я потом вот сниму. Мы заехали в столовую, которая работает круглосуточно, тут так работает нормально. И мы очень много всего себе взяли. Салатик вот такой, не помню, как называется. Красавица. А у тебя винегрет такой? Угу. Солянка, уколи манты. У меня суп с лапшой, плов с курицей. Компот. Компот один? Да. Угу. 660, да? Нормально? 660 рублей заплатили. Телевизор, как всегда, в углу. И аквариум с рыбкой. Очень красиво. Приятного аппетита. Да. Лицо попроще. Вот, столовая 24 часа. Очень вкусно. Она маленькая, но тут большой выбор, очень чистенько вообще везде. Вообще, все. Да, прям. Ну, вообще. Место такое проходное. Вот здесь столовая, там фуры везде паркуются. Короче, перед городом Тольятти. Да, столовая времена года называется. Мы скоро проедем Тольятти и Жигулевск. Запчасти, шиномонтажки, кстати, тоже на каждой стоянке, да? Душ даже есть, смотри, а ты говоришь, где помыться? Нет, ну, видишь? Души очень много. Да? Да, да очень тоже много по души, трассе. Туалеты, то есть грязными запчасти. Не будем. Ну, это для тех, кто нигде не останавливается, а ночует в машине. Все, проезжаем мы Тольятти по реке. Проехали, мы уже в Жигулевске. Ну да, ну уже к Жигулевске подъезжаем. Поедем по Волге, ну вообще ничего не видно. Справа забор, слева, ну забор. Тоже вот. Более, с колючей проволокой. Более низкий, но здесь вообще... То есть, впереди дорожные едешь, работы, и не видно. И опять дорожные работы, и опять красные пробки. Утром-то не видно было пробка, а сейчас уже опять машин все больше и больше становится к обеду, и поэтому опять пробки и куча дорожных блин, работ. Блин, это вот же короны. Вот это желтое, ну что это такое? Это как будто маленькие автобусы стоят по Москве. Да? Ну. Непонятно, что это. Мы остановились прямо на дороге, на остановке. Ой, ты меня напугала, она такая полукруглая. И Коля перенадевает протез. Ну, просто размяться, а то тут вообще ничего нет. Ни заправок, ни столовых, ничего. Ничего. Ну, поэтому нет. Просто походить нет. По лесу. Нет. Какая-то длинная дорога. На улице жара, 31 градус машина показывает на улице. Вообще капец, как жарко. Красивый вид такой издалека. Фотографируешь нашу машинку? Угу. Мы тут где-то, я даже не знаю, где мы. Я понятия не имею, что это за деревня. Коля увидел вот такую машинку, всякое тут шлемы, оружие. И, конечно, надо сфотографироваться, да? Это не машинка. А что это? Это Катюша. Катюша это? Ну, типа, да? Да. Но только шасси Ураловское, но очень похоже на это. Так там не написано, может написано где-то, что это? Да нет. Ну не, так не. Это типа мемориал военно-победителям. Мемориал военным мелочам? Такое? Военным победителям. Но где здесь победители? Здесь же там шлем, оружие. Каски. Ну. И вот машинка. В общем, мы вот здесь оказываемся. Не знаете. Мы едем. А где мы едем? Нафиг его знает. Я тоже не знаю. Мы где-то
между Саратовым и Ростовом-на-Дону. Едем по каким-то улочкам, даже не по главной трассе, тут, в общем, совсем ничего нет. Я лежу тут так удобненько на подушечках, и ноги у меня спереди. Надеюсь, нас не остановят гаишники. Ну, не надо! Надеюсь, нас гаишники не остановят. Впереди вот такая вот аллея красивая. Коровы, куры гуляют по трассе, иногда встречаются. И все, машин почти нет, никого нет, ничего. Заправок нет, бензин почти кончается. Да, заправок нет. Ну, ничего. Канистру мы, кстати, не взяли, да. Все-таки в пластике действительно небезопасно, а металлическую... Короче, не взяли. Что уже об этом думать, да? Проехали уже 1000 километров за сегодня. Это не предел. Время еще уменьшилось. Ну, надеюсь, посмотрим. Однако одну кафешку мы нашли, съели там, взяли куриный суп с лапшой за 170 рублей, попросили разделить на 2 порции. В общем, по полпорции съели, и стало легче, зарядились. У меня, правда, голова разболелась и горло. Ну, потому что я перекрикиваю с Колей, наверное. Надеюсь, что я не заболела. Я выпила уже таблетку обезболивающую, и вот посмотрим, что будет дальше. А у меня все нормально, все по-прежнему супер. Все офигенно, как ты себя чувствуешь? Вот так. Как не спрошу? Сегодня как никогда желание проехать максимально много. Вот прям. Вчера тоже было такое желание? Ну вчера нет, что-то вчера пробки меня в это. Ну там тоже дальше будут пробки. Ну пока у меня. Пока пробок нет, нормально. Я бы вчера бы еще бы ехал, если честно. Я бы не хотел останавливаться. Ну да, но все-таки. Спать. Да, ну поскольку осталось до моря 960 километров. 14 часов. 13 часов 55 минут. 14 часов. То я хочу сегодня максимально много проехать. Дай бог, может вообще всю ночь проехать. А я посмотрим. Хочу нам, чтобы мы хорошо отдохнули. Ну, короче, ладно. Посмотрим. Ну, Коля, конечно, герой, все это время ведет, я ни разу не садилась за руль. И как не спрошу, как ты себя чувствуешь, всегда палец вверх. Хотя это не всегда так. Да нет, нормально все. Ну, короче, не жалуются. Мы стараемся настроить себя на... Просто настроить и терпеть. Ладно, да? А то видео и так много уже получается. Так что надо, придется и лишь доехать сразу до конца, чтобы показать море. Ну, вот придется. Хорошо, посмотрим. Остановились на заправке, а тут пересмена. Что-то нас везде тормозят, да? Ну, супа, мы долго ждали, здесь мы долго, и все. Все равно. Ну то погуляем, хоть жара спала. Сегодня было 30 с лишним. Очень 35, жарко. 36. Да, очень жарко было. Прогуляемся. Пройдем тебе себе. Надо поспать. Немножко. Тебе тоже. Мне а нет. Тебе множко. Мне не надо спать. Мне надо ехать. Я хоть в машине сплю, ну как, ну, дремлю. Полежи, что, подремлю. Че ты меня все спать, а укладываешь? А если ты заснешь, то не будешь мне мешать ехать всю ночь. А то я еду и говорю, о, смотри, гостиница. Да, да, да. А он такой, замолчи. Я говорю, о, ночлег, смотри. Такой, все, тихо. Едем, едем. Едем, едем. Далее. Сколько я за рулем? Я за рулем всего лишь 14 часов. Ну да. Все, ну что-то нашли. Птички едят наших мошек. Нет? Че, они передумали? Невкусные, они старые. Старые мошки. А если со сибирской еще там чистить? Они уже прокисли, да? Mm-hmm. Одна улетела, ей что-то плохо стало. Mm-hmm. Другая. Им не нравятся наши мошки. Вон у той сзади чистой кии, они ели прям из решетки, а у нас нет. Это воробьи же, да? No. Ну, что-то похожее, это не воробьи. Мне кажется, это воробьи, просто маленькие. Мы на заправке на Роснефти, и мой муж сошел с ума. Он не хочет никуда заезжать ночевать. И мы едем уже... Сколько время? 23:41. Среди ночи, полная темень. Здесь так рано темнеет. А он едет и едет. Купил себе энергетиков и все. Ну я одну банку так купил. А у меня голова болит, и я не могу спать. И меня шатает постоянно. Так ты спишь или нет? Я? Ну так, дремлю. Так, интервью, канал «Камешек под подошвой». Что вы можете сказать о сегодняшнем дне? Я вообще ничего не понимаю и не могу ровно ходить. Так, ага. О, употребляли? Да, много воды. Пойдемте в трубочку дыхнем. Надо было остановиться где-нибудь поспать. Да, 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 пошли. Поехали. Скажи, сколько нам еще ехать? Мы еще не доехали до Ростова. 9 часов. Часов 10, да, до моря. Ночью. Вперед. Кошмар. Вообще вперед, все пробки вперед, нафиг про это проедем. Итак, дорога. Едем. Ночью.
Я вот тут вот говорю, эх, знала бы моя мама, чем ее сын сейчас занимается, всыпала бы мне ремня по первое число. Потому что она переживает и звонит постоянно. Я тоже Коле говорю, вот твои родители не знают, что ты творишь. Он говорит, твои тоже не знают, что я творю. Ну что, ну едем нормально, все на бодряке, на позитиве. Меньше 700 километров осталось. Угу. Осталось 9 часов. 1400 километров сегодня пройдено, можно сказать. Угу. Так что едем, едем. И завтра мы уже будем с утра возле моря. Но если захочешь спать, можно полежать полчасика. Да, отдохнуть. Можно поспать. Потому что я тоже не могу спать. Можно на заправках, я так посмотрел, места есть специальные для машин, чтобы поспать. Хотя бы на полчасика, часик. А часов в 5 уже начнет светать. Я думаю, даже раньше. Может, даже в 4. Так что часа в 3 надо, наверное, остановить. Ну, посмотрим. Если ты хочешь спать, то, в общем, главное, чтобы было безопасно. 12, мы едем, все безопасно, все хорошо. Катя, машину заправили опять. И очень многие люди ездят ночью, оказывается. Да, очень, ну, поток вообще. Заправки, я там просто очереди. Не представляю, вот ремонты на дорогах, что завтра будет днем. Да мы будем ехать, ну, часов, наверное, 15 эти 400 километров. Ну, днем, да, а утром свободно должно быть. Нет, тоже будет. Люди на работу. Ну, утром поменьше будет народу, чем вечером, например. Меньше, чем ночью будет не может. Так что едем. Я поспал полчаса. У нас время только 2 ночи, а в Лесосибирске 6. Там уже люди на работу встают. Угу. Ну, здесь вот машинки стоят, тоже, видимо, спят. Спят, уезжают, спят, уезжают. Полчасика поспали, стало легче, можно ехать до Ростова дальше. Угу. А там опять спать? А там еще поспим, если что, полчасика. Осталось 110 километров. Поехали? Куда? До моря 10 километров? Нет, до Ростова. До моря еще 500. Ну, надо ехать. Хорошо. Мы приехали на заправку, она, похоже, не работает. Но здесь сидит кот. Не нравится. Привет. О, смотри, нюхает, нюхает. Заберем его к себе? Все началось. Ну, где? Ну, я не знаю, где. Может... Заправка. Ну, не работает, видимо. Ну, может, где-то вот давай обойдем. Мы до сих пор едем, подъезжаем уже к Витязево. Ну, давно уже подъезжаем, но тут очень много пробок, и мы все стоим в пробках, ждем, ждем, ждем. Вот пробки перед переездом, да, железнодорожным. Там еще были пробки, мы в объезд ехали. В общем, получается, сколько часов за рулем ты? 30 уже. 29 должно быть. А, 29, да. 29. То есть мы выехали в 7 утра вчера, плюс 2 часа, ну, убавилось. И вот сейчас уже у нас 10. Ну, как раз подъедем, 30 часов буду за рулем. Ну, надеюсь, что мы подъедем. Если через час подъедем, то это будет еще хорошо. И спали мы полчаса, вот тогда на заправке мы снимали, да? Я уже не помню. И все, больше не спали. Я вообще ничего не помню. Что-то. Уже не помнишь? Ну, считай, второй день в дороге. Вот. Тогда мы поспали и едем дальше. Уже голова не эта. Я вообще уже путаю слова и ничего не понимаю. Надо, короче, уже поесть. Надо доехать. Доехать, поесть. Поесть, устроиться, и уже будет поспокойней. И там уже будет... Что, опять переезд, да, закрыт? Ну, наверное. Очень много машин сюда едет. И очень много поездов. Поездов, машин, всего-всего-всего. Очень-очень долго. Витязева! Доехали! Ура! Что-то морем не пахнет, да? Так потому что кондиционер... Пахнет морем. Че, правда? Да. Да? Прям пахнет, пахнет? Пахнет, пахнет. Я тоже хочу понюхать. Чужой воздух будем нюхать, да? Ну что, пока море не видно, пока все простенько. Очень многие уезжают отсюда. Видимо, уже они отдохнули, загорели, уже такие счастливые. И на выезд едут. А у нас все впереди. Целый месяц безудержного кайфа. Да? Как 5 дней в дороге. Да. У меня сегодня первый день официальный отпуска начался. Да, 11 числа. Поздравляем тебя. Спасибо. Наконец-то мы заселились. Вот наш номер. Заходим. Справа санузел. Здесь сама комната. Здесь такие крючки. Гардеробная. Шкаф. Мы уже принесли один чемодан. Так, что дальше? Столик. Из двух соединенных кроватей будет кровать.
тумбочки, розетки, да, возле тумбочек прям. Ага. Светильнички, не знаю, работает, да. Кондиционер. А это что такое? Это кровать дополнительно, спальное место. Третье место для кого-нибудь, ага. Рабочий стол. Здесь можно монтировать. А, есть даже пуфик, нет, да? Нет, монтировать. Или краситься. Ты будешь вот здесь вот. На балконе? Да. Какая жара. О, слушай, я-то вообще босыми ногами по плитке. Я одной полубосой ногой. Здесь у нас, получается, столик и одно кресло. Мы приехали вон оттуда, и здесь вообще так сложно припарковаться. Мы, короче, припарковались. А куда мы припарковались? А, мы вон они. Ага. Там вход, очень много машин. Все стоят, едут. И вон там справа, да, в конце моря. Там уже видно песок. Ну, с виду так уютненький номер, да? Да, мы победили. А, телевизор есть. Мы победили? Время, кстати. Дай 5. 10:45, а мы уже здесь. Да. А ты хотела остаться с ночевкой, вот мы бы... Всю дорогу меня обвиняют, всю дорогу. А что ты отходишь, боишься, да? Да, я боюсь. Че, куда убегаешь? Всю дорогу. Ты ныла, ты меня убеждала. Это у него психоз устал. Когда он устает, он всех винит. Да, есть такое. А, Толя, открой, пожалуйста, дверь. Та-дам. Мыло есть, это главное. Полотенце есть. Да, и вот такой вот здесь душ. Все хорошо. Так, а ее можно поставить вот это вот сюда? Да, я надеюсь. Потому что мне надо, чтобы клейка была наверху. Да, можно. Зеркало. Ну все есть, и все без изысков, но есть все. А какие тебе изыски нужны? И так все нормально, да, по-моему. Давай проверим сразу. Оп. О, кондиционер нужен, да. Да. Чтоб он работал. Ну, 21 градус выставляем. А что скрипит-то? Ты мне загородила. А, телевизор! Это самое главное, да? Супра! Угу. Слушай, это правда ступенька вот здесь? Я же тебе сказала, осталось. Угу, да, а с виду так и не видно, что ступенька. Я теперь хочу покушать, но больше всего я хочу на море. Так сначала кушать или море? На море покушать. Может мне в море покушать? Ну там есть, но перекусы только всякие. Я думаю... Может сначала в столовую? Я думаю, надо сначала голову под холодную воду. А море прогреется. Ну давай, закрывай, тогда будем охлаждать. Давай. Будем все разбирать, купальники доставать. Или спать. Нет, я думаю, мы сначала покушаем, сходим. Хорошо. Пойдем покушаем. Пойдем, пойдем. Нашли ближайшую столовую, кстати, очень близко, да? Вообще. Взяли тефтельку с картошкой, борщ, суп с лапшой, два компота, салатик, огурцы, помидоры и салат с капустой. Но мы не узнали, сколько это все стоит. Потом посмотрим на карте. Нет, они посмотрели цену. Мы вышли на центральную набережную. Тут хорошо. Фонтаны. О, да, конечно. Пальмочки, кстати. Надеюсь, они настоящие или нет? Нет. Очень много одежды. Меня бесплатно на морской. Да, я знаю. Еще фонтаны. Столовая тут такая большая. Тут очень много столовых. Очень много народу, как по нам. Мне кажется, в Крыму было меньше, да? Гораздо меньше было. Гораздо. Ну, мы можем переехать, в принципе, тут недалеко. Еще посмотрим, сколько на пляже. И действительно, какие-то хвойные деревья растут. Маленькие, небольшие. Отели тут прям стоят. И вон там, вон, наверное, где Белая арка, там, наверное, вход. Мне на надо пляж. Закрыть гештальт. Какой? Сейчас закрою гештальт. Искупаешься? Эти дни. Ты о чем? Гештальт 5 дней. Что финальная это? Черта. Купание? Да. И все? И домой можно ехать? Да. То есть ты сейчас один раз искупаешься, и мы едем нет, домой, да? Нет. Просто нет, два? Это будет завершение проекта. Главное приехать и искупаться. Да. А дальше уже как пойдет? Да. Плыть по течению. Самое главное, первый бултых. Угу, хорошо. Пошли. Вошли на набережную, и тут сразу вот пески такие высокие. Я думаю, Коля будет в восторге. Ты в восторге? Да. Такой высоты человека. Квадроциклы, всякие развлечения. То есть еще набережная, но мы уже идем по песку. Где море? А? Где море? Где море, не знаю. Туда, наверное, еще километр до моря. Береговая линия очень широкая. Я же говорила, что тут будут дюны. Песочные, высокие. И по ним можно на квадрат... квадрик взять, погонять. Да, но не сегодня. Давай квадрик брать. Я... Капец, ветер!
Ну и чё? Вот сюда вот, стелимся. Так это же жесть, ветер какой. Коля пошел купаться, но для меня это слишком сильный ветер, поэтому я не рискну. Я просто не хочу болеть, мне даже сейчас холодно. Я пришел посмотреть, ты со мной? Там ветер сильный, просто пробывает, из-за этого не хочу. Нет, в воде очень хорошо. Да, ну а когда выходишь, сильный ветер. Ну да. Так ты выходи сразу, одевайся, знаешь, зато как на энергию можно. Так там идти вон как долго. Да, ну нормально, пойдем. Я потрогала море, но не купалась, оно холодное, как по мне. Да, вот классно. Витрина сильная, и народу очень много, и все купаются, никому не холодно, одно мне холодно. Сибирячка тоже. Да, я так себе сибирячка. Пойдем одеяло просить для тебя. Да, обязательно верблюжье, очень да. Толстое. Да. Итак. В колос. Мы в номере и собираемся спать. Решили подытожить. Я записала себе в тетрадку, что у нас по итогам получилось. По бензину, по деньгам, по жилью, по километрам. Здравствуй, это не дневник. Неправда! Там нет такого. В итоге, проехали мы, ну как сказать, за 4 или за 5 дней? Ну, за 5, по сути дела. Мы сегодня же утром, это 5-й день сегодня. За 4,5 получается, но. Да. Просто мы последнюю ночь не спали. Ну, 2 дня ехали подряд. В итоге мы проехали 5300 километров. Чего, нет? Да. Да. На бензин у нас ушло 14,5, на жилье 4,700. То есть мы ночевали только в трех точках, ну а бензин 14,5 это в принципе один билет в один конец куда-нибудь, как раз на море. Так что все, мы ложимся спать. Хочется подытожить, что. Короче, поездочка. Раз можно. Второй раз, наверное, 10 раз подумаешь, прежде чем поехать. Не каждый год, да? А мне кажется, мы быстро приехали. В следующий раз ты будешь за рулем, и мы будем ехать мой отпуск в одну сторону, а потом я буду брать второй отпуск. Нет, один раз стоит вот так вот посмотреть Россию, она такая огромная, поля, подсолнухи, там рапс, чего только не растет вообще, здесь и виноград, ну это круто, это красиво, нефть качают, а кстати, там уже больше нет, мы просто через Волгоград не ехали, поэтому я только сфотографировала себе эти нефтяные вышки. Так, конечно, путешествие очень хорошее, ну, мне ты пожалел? Нет, не пожалел. Не пожалел, но тяжело. Устал, да. Короче, особенно последние ночи. Так что ночь, нам да. надо выспаться. Все, мы доехали живые. Никуда не попали. Гаишники остановили один раз. Угу. И то под Новосибирском проверили только права и отпустили с миром. Никакие бандиты, мошенники нам не попались, хотя мы ночевали на заправке. Ну, все было хорошо, и нигде даже не было никаких намеков, да. Так что все хорошо. Не переживайте за нас, мы живы-здоровы, мы добрались до места. Назначение. Нам надо выспаться и решить, что делать дальше, и куда дальше ехать, и что мы будем здесь делать. Так что всем спасибо за то, что были с нами, за то, что переживали за нас и волновались. С нами все хорошо. Мы на море! Всем спасибо и всем пока-пока. Пока.